Компания «Сахар-Алюминий» расширяет базу поставщиков электродной продукции и выбирает тех, у кого действительно высокая репутация на рынке. «Энергопром» известен как один из высококвалифицированных производителей катодов. Перед поездкой между компаниями уже была достигнута договоренность о поставке пробного лота, но для принятия окончательного решения руководители решили лично познакомиться с поставщиком. Именно с намерением о долгосрочном сотрудничестве начали знакомство с компанией «Энергопром», потому что срок службы катодных блоков около 7 лет. Это очень долгий процесс. Для того, чтобы получить квалификацию и уже быть сертифицированным поставщиком для любой алюминиевой компании. Поэтому мы не размениваемся на случайных поставщиков, а уже с долгосрочным прицелом приехали на это знакомство. Осмотрев предприятие и познакомившись со всеми стадиями передела продукции, стороны сели за стол переговоров. Господа вернутся, им нужно обсудить это со своими коллегами. Они должны переварить тот объем информации, который получили от нас. Может быть, обменяться еще какими-то дополнительными чертежами по упаковке. Также нас запросили дать разницу в спецификации вибропрессованных и прошивных катодов. После того, как мы обменяемся данной технической документацией, будет принято решение, уже какую именно продукцию мы поставим на пробник на это предприятие. Руководители «Сахар-Алюминий» ранее посетили несколько заводов, производителей катодов. Новосибирский электродный завод поразил их своим масштабом. Гости признаются, увиденное превзошло все их ожидания. Кроме того, никто из них ранее не был в России. Все, что мы знали про Сибирь, что здесь морозы, очень много снега. И мы были очень удивлены, какой большой город Новосибирск. И мы были удивлены, что здесь теплее, чем в Москве. Такого мы не ожидали увидеть. После возвращения на родину руководители «Сахар-Алюминий» обменяются технической документацией с «Навезом», решат ряд текущих вопросов, в частности, по объемам первой пробной партии. И лишь после этого приступят к подписанию контракта. Заключение такого договора позволит группе «Энергопром» расширить свое присутствие в странах Ближнего Востока.